6 августа в Музее Победы состоялась встреча и награждение ветеранов 101-й особой бригады оперативного назначения внутренних войск МВД России. 25 лет 101-й особой бригады оперативного назначения внутренних войск МВД России. Ветераны возложили цветы к вечному огню, провели торжественное собрание в Зале Славы. Воинов-участников наградили юбилейными знаками, а также семьям погибших вручили памятные подарки. Это была тяжелая поездка, я никогда ее не забуду. В ходе первой чеченской кампании военнослужащие 101-й бригады провели 196 специальных операций, свыше 800 поисковых мероприятий, уничтожили сотни складов оружия и боеприпасов. За мужество и героизм 488 бойцов отмечены государственными наградами. В том числе четырем из них присвоено звание Героя Российской Федерации. Именно 6 августа считается днем памяти прославленной бригады.